Да, потом вызовут. То есть что говорили, да. Нельзя раскладывать эти плакаты? Что? Ну, по идее, да, по идее мы так, не должны быть. Один только да. Можно, один плакат, одиночный пикет, в чем это проблема? Выражение мнения. Это выражение мнения, да. Да, мы... это выражение вот мнения. Все, на публичных слушаниях в Казани разрешали. Китов Андрей Владимирович. Мы знаете, мы боимся того, что если запретили плакаты, значит мнение выразит совсем по-другому. То есть, как он ничего не нарушил. Пусть с нами он будет, с народом!